Дорогие друзья, несмотря на его молодость, ни одно мероприятие великих народов Дагестана без него не обходится. Единогласным решением зрителей награду годового отчета сегодня получает Закарья Магомедов. Вместе с нами на танцплощадке. Ну, мы, конечно же, приглашаем прекрасную Залиху для вручения награды. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо. Дорогие наши исполнители, мы желаем вам только побед. Будьте всегда номер один в своем деле. Я поздравляю всех, что касается номер один, с цифрой один на календаре. 1 февраля, друзья, наступило. Последний день, последний месяц зимы. Желаю вам удачи и всего самого доброго. Пусть только хорошие события в этом, да и всегда во всей вашей жизни вас преследуют. Закарья Магомедов и Залиха. Но наш концерт продолжается, и мы передаем эстафету нашим коллегам, дорогие друзья. А мы с вами Магомед Манапов и Гульхан Умгаджиева. На сегодня прощаемся. Внимание на экраны и, конечно же, внимание все то, что будет сейчас говорить в колонках следующей
Следующая прекрасная пара. Концерт продолжается, дорогие друзья. Не тот умен, кто красиво говорит, а тот, кто мудро мыслит. На сцене люди, сочетающие в себе и мудрость, и красоту. Очаровательная Юлия Деброва и заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Дагестан Ринат Каримов. Добрый вечер, дамы и господа. Ассаламу алейкум. Дорогие братья и сестры, наконец-таки мы с вами встретились, наконец-таки мы с вами увиделись. Всего лишь 5 часов стояли за кулисами, ждали. Но это для нас был очень такой, знаете, поучительный момент, потому испытание. Что мы с Ренатом, своими вещами называть. Мы с Ренатом впитали всю энергетику за кулисной жизни. Очень рада вас приветствовать. Добрый вечер! Ренат, мы идем, как говорится, в гору, медиахолдинг «Прибой». Я буквально несколько секунд уделю ваше внимание. Самые масштабные премии Music Award или это Грэмми, они занимают по съемкам целый день. Поэтому мы даже ограничили наш съемочный процесс. Вы все это сможете увидеть в ближайшее время на своих экранах. Поэтому мы продолжаем наш концерт. Юля, ты хотела сказать «один день великого годового терпения». Это все на благо нашего народа, для того, чтобы был хороший настрой, для того, чтобы было счастливое будущее с хорошей песней, которую предоставляет медиахолдинг «Прибой». Ренат, я даю 100% гарантию, что сейчас как раз-таки будет очень громкий аплодисмент, потому что я очень хочу пригласить на сцену безумно красивую, очень талантливую Супайнат Гасан Гусейнову. Встречаем!
Дорогие друзья, сейчас выйдет на сцену младший брат многими нами уважаемого Джамала Абакарова, Али Абакаров. Концерта исполнительница аварской эстрады Амина Магомедова. Ваши аплодисменты! Сбор ташу алим палдар
Возможно, у вас, у многих возник вопрос, кто же появлялся на экране. Мы тоже лицезрели все это за кулисами. Эта композиция, она была посвящена трехкратному чемпиону Кубка мира по кикбоксингу, двухкратному чемпиону Кубка России по кикбоксингу Нажмудину Мурадинову. Давайте поаплодируем, потому что человек находится в зале. И, конечно, за эти заслуги огромная благодарность президенту Федерации по кикбоксингу Республики Дагестан Магомедову Магомеду. Он тоже в зале. Спасибо большое. Вы воспитываете благородное поколение будущих и настоящих. Ну, к нашему тандему, Аминочка, давайте сюда в центр зала. Мы приглашаем всех, кто принимал участие в данном эпизоде. Али Абакаров приглашается для вручения премии. И Супайнат Гасан Гусейнова. Отлично, друзья, какие бурные овации звучат в вашу честь. Мы хотим пожелать вам, дорогие наши любители, почитатели, исполнители очень качественной музыки, чтобы ваши глаза всегда светились от счастья, и ваше сердце всегда было таким же горящим, как эти аплодисменты. Спасибо. Ну что, Ирина, давай продолжим, потому что на готове следующая исполнительница очень яркая. Но прежде чем я ее объявлю, я хотел бы поздравить всех с наступившим новым днем. Спасибо большое. Я первый раз новый на таком день. Концерте, да. Вот, следующий исполнитель, заслуженная артистка. Она заслуженная в плане того, что народ ей присудил, конечно, это самое звание главное. Всенародное, это... можно сказать, потому что исполняет песни на многих наших национальных дагестанских языках, это тоже важно. Абсолютно. Динара Магомедова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.